Всем привет! Так, отлично. Сейчас мы будем снимать такое очень уже зашкварное видео. Вообще-то оно было популярно год назад. Даже больше, кстати. Отсталые. Ну просто мне 17 только исполнилось в этом году, поэтому могу себе позволить сдохнуть. Не поди в контору. Итак, сегодня мы будем делать такой типа челлендж. Ты типа. Сделать вот так вот, показать. Вот такого челлендж мы сегодня будем делать. Это очень... Да там не видно, дура. Блин, короче, тут это такие конфеты, типа, одного цвета, но у них разные вкусы. Вкусные. Можно не кашлять, когда я говорю? Конфеты одного цвета, но у них разные вкусы. Типа, вкусные и невкусные. Тут новые вкусы, кстати, появились. Скунс, как вам? Скунс? У тебя слишком много волос, у тебя слишком много жару. А ты меня вообще жаркая девчонка. А, я негр, да, точно. Ой, да, ты не грей меня. Ну что, кто первый? Я могу? Жманский. Открой монетку. Ваша пара и наша пара. Мэрил. Орел, решка. Орел, решка. Еще раз. Решка. Вы решки, обе пары. А мы орлы. А мы соленые орлы. Маленькие, но очень гордые орлы. Да. Я бы сказала, ну давай, три четыре. Или наоборот. Да без разницы, давай. Да я промолчу. И? Хоть бы орел. Решка. Да блин, почему не орел? А с какого вкуса мы начнем? Давай бумажку по порядку. Давай белое. О, прикольно. Зеленая это лайм или скошенная трава? Все отлично, жрем. Ешь целиком, запихивай в рот все. Лайм. Хорошо, да. Да? Хотел сказать, дай попробовать. У меня лайм. У меня обычно так. Я тоже хочу попробовать. Давай теперь вы... А, у меня, походу, скошенная трава, потому что только сейчас... Это слишком сладкая, это скошенная трава. Да, сейчас. Может, только сейчас лайм. Нет, у меня вот сейчас тоже, по-моему, скошенная. Я не понимаю вообще. А как на вкус скошенная трава? Короче, вы странная. Давайте мы тути-фрути. Ну, давайте. А тарелку-то подай им. У них там опасно. Да блин, по-любому уйди. Тути-фрути, да. Вдруг я не хочу я тути-фрути. Я хочу тути-фрути. Давай попьем. Ты хочешь вонючие носки, да? Да. Алена, я тебя забоюсь, только что поеду. Ой, я только что... Так, давайте. Два, три. Мука. Что-то у кого-то... Походу, у Алены уйди на вонючие носки. Да черт! Кушай. Жуй. И как оно? Прям вообще бэ? Или просто, ну, нормально? Ну. Как будто носочек жуешь. Просто сначала тухло было, и все, а потом сладкое. Да блин. А! О, пицца! Собачья еда или шоколадный пудинг? Раз, два, три. Классно. Это я эти... Собачий корм у меня. Да? Собачий корм у меня. А тут пахнет собаками. Реально пахнет собачьим кормом. А что, прям реально такой вкус? Ну я не пробовала, надо у Полины Юрьевны спроси. Полина, привет. Лакрица или скунс? Ну что? Мне кажется, скунс прям будет. Если что, не убирайте далеко. Да. У вас тарелочка. Раз, два, три. У тебя лакрица? Лакрица, что-то за нее. Я тоже лакрица. А почему у тебя мятное что-то, а у меня мятное нет. Что-то? У меня нет. А лакрица нет. Может, у тебя скунс? Может, тебе скунс нравится? У меня мятное, потому что. Скунс? Может, это мятный скунс? Это такой скунс? Мятное приятное. А почему сначала вкусный был? Потому что сверху всегда вкусно. Это как лакрица. Рвота? Это либо карамельный попкорн, либо стухший сыр. Раз, два, три. Сладковато. А я не хочу жевать. Давай, жуй, жуй. По-моему, у меня тухлый сыр. У тебя что? Тухлый сыр. У меня тухлый сыр. Почему? Да блин, что все одинаково-то? Как так выходит? Почему у меня вкусняшка, а у вас такое? Ну, знаете, такой... Ого-го, нихрена. Вот когда слюна пошла, вообще пипец. Сейчас опойно все вкусно съест. От вас пахнет тухлым сыром, кстати. Ну-ка, дыхни. Фу-фу-фу-фу. Да я уже вот чувствую, да. Кисшее молоко или коканут? Это коканут, это что? Коканут? Кокос. А, кокос или молоко кисшее? Ешь, жри. Давай, три, два, раз. Все. Раз, два, три. И бам-бам-бам-бам-бам. Бам, бам, бам. Тебе понятно, у кого вкусно. Кокос у тебя? А у тебя? Ой, люблю. Это прям вообще жесть. Это блевотина или опять... персик? Три, два, раз.
Я пиарщик. Холобылки. Хрена она странная. Подожди. Похоже больше на Христину Алексеевну. А нет. Блин. Получается так. Фу, какая-то она. Вообще гадость. У тебя блевотня тоже? Ну, я не буду блевать. Нет, слово. Блин, сверху персик, а внутри блевать нет. Да. Вот так всегда. Понимаешь, да? Вообще, сначала обычная конфета, я такая думаю, о, фига персик, потом хренак, душок такой пошел. Это что, дохлая рыба и... Или смузи. Надеюсь, смузи. Надеюсь, смузи. Надеюсь, дохлая рыба. А что ты же так хотела. Три. Вам обеим не повезло. Тут дохлая рыба очень вкусная. Такое ощущение, что у меня сейчас в горле застрянет этот... Дохлая рыба? Почему у меня просто дохлая рыба попала? Потому что тут не обязательно они все вкусные могут попасть. Тухшее яйцо или попкорн? Вот я даже не знаю, что вкуснее, тухшее яйцо или попкорн. Раз, два, три. Ну как оно? Чем воняет? Ну-ка еще раз. Непонятно. Ну, вроде не тухлое что-то. Ты скушала? Ну, как это? Тухлое. А я вот не понимаю, у меня попкорн или что? Что? Тухлое яйцо под рыбашку. Это не очень похоже на попкорн. Так, мне не хватит. А я не понимаю, у меня вот сейчас... Рыбашка. Еще взяла травку, поедите. Вы решили передохнуть? Станьте лошадьми на несколько минут. Точно. Секунд. Раз. Два. Или лайм, да? Да это нормально, лайм или нет? Там, да вы даже не поймете. Ну, трава там потом будет просто оцельнее будет такое. Слушай, видео, как мои лошади стали людьми. Сажали на травке. Че посажать-то? Давай опять попал. Травы сожрем. Хочу травы пожрать. Давай. Раз, два, три. А, наконец-то что-то нормальное. Лайм? У меня тоже лайм. Такой мятный. Ну не мятный. Я тоже думала, что у меня лайм сначала, а потом трава. У вас там есть какие-то точки? Это блевотня или персик? Короче, Надя, этого пригодится. Это серьезно? Раз, два, три. Так, как мне повезло. У тебя персичек? Скажи фу. Ну фу. Ну просто фу. Да, она сейчас сошла. Фу! Не дыши на меня больше. Ну мы же скунса никогда не ели. Ну, сейчас его ароматы. Сейчас почувствуем скунса. Раз, два, три. А что должно быть? Фу. Либо противно. Либо скунс, либо что там было. Лакрица. Лакрица. Она такая мятненькая. Точно, я лакрица. Мятненькая макрица. Макрица. Лакрица. Кто там дыхнул? Блин! Кто вообще? Ну, короче, есть это либо попкорн, либо что-то вонючее. Тухлое яйцо, по-моему. Ну почему? Раз. Скорее всего, это тухлое яйцо. Два. Три. Жрите давайте. Они уже водичкой запаслись. У меня воды нет уже. Ну все, ничего страшного. Раз, два, три. Подожди, я чихнуть хочу. Давай чихай быстрее. Только не в камеру. Там слюни. Вот если бы Ксюша чихнула, тут бы все сейчас разлетелось разные стороны. Ну, раз, два, три. Что там должно быть? Что-то тухлое или попкорн? Противное, но не прям. Фу! А, это наверное, тухлое это яйцо Валена пасет. Фу, Алена, нет. Ну-ка. По-моему, у тебя тоже тухлое. Куда? Фу, блин, не дыши на меня, уйди. Уйди, уйди. Короче, на, у тебя либо скишется молоко, либо кокос, а у меня либо тутти-фрутти, либо носочки. Господи, раз. Хоть бы тутти-фрутти. У тебя носочки, я люблю. Ха, хрен тебе. Тутти-фрутти, да? Да. Да ты корова! Видите, у меня тоже тутти-фрутти было. А что я не понимаю, что это? Ну там сразу, понимаешь, что такое, да. У тебя кокос, наверное. Кокос, да. Это что-то какой-то странный, правда? Надеюсь, шоколадный? Надеюсь, шоколадный. Хотя нет, я мечтаю собачий корм попробовать. Ну, нет. А тебя до сих пор пасет, не дыши на меня. Раз, два, три. Собачий корм. Собачий корм. Пудинг тут есть вообще? Тут их так-то еще три. Ну, это... Среди них один пудинг. Ой, что там у кого-то там? Фу!
вот у вас что-то очень противно. Когда я ела, было не так. Да блин, я просто глотнула. Она еще там, ой, ой-ой-ой, кажется, понесло. Пока. Вернись. А как это? Тут нет ничего. Ну, это больше. Это, мне кажется, вот это вот. Ну, давайте, три, два, раз, один. Как его Тина кушает с Женей? Что у тебя? Я... Что-то типа виноград, что ли? А, метал. Понюхай. Да, mm-hmm. Всегда такое что-то типа виноградное. Ну тут такого вообще, по-моему, Джуси пэр, это что? Mm-hmm. Сок пэр. У меня травка. Вкуса. Да, трава. Трава. Я так боялась вообще. Трава. Подождите, вот эту ядреную, вот эту ядреную, подождите. Ну давайте, они будут есть, блин, пока ей не попадется шоколадный пудинг, а ей не попадется. Когда попадается шоколадный пудинг, так сразу заканчиваем, да. И меняем цвет. А прикинь, если тебе сразу первого попадется. Слава богу. Давай, кушаем. Ну давайте, три, два раз. Хватит нюхать, не поймете ничего. Так. Ну вот, а у тебя? Так. Ты будешь глотать? Не глотай. Фу, блин, не дыши на меня больше, пожалуйста. Пудинг? Mm-hmm. Я тоже пудинг хочу. Раз, два, три. А то мы уже не можем на тебя смотреть. Кто там? Собачий корм. Последний шанс у тебя, конфета. Фу, собачий корм. Да блин, Дина, я тебя ненавижу. Счастье было близко. На видюхо. Да все, ты уже 100 раз перекрестилась. Надо 333, бог любит троицу. А-а-а. Так, давайте, три, два раз. Хороха, лакрица. Лакрица? Непонятное что-то. Ну, такая мятненькая. Ну, да. Или нет. Или да. Да. Да, да, у тебя скунс. Да. Да, спасибо. Короче, с вами были мы. Диночка, любименькая, Аленочка, солнышко, Ирочка. Пупсик. От рисов резиночка. И я. Вы себе любимая. Ксюха, шприцвуха. Всем пока. Пока. Все, жрать нахрен, я больше никогда на это не поведусь.